Друзья, всем привет-привет! Сегодня я хочу с вами поделиться очень вкусными, хрустящими крылышками. Там соус очень пикантный. Так что, друзья мои, приступаем! Итак, друзья, что я сделала с крылышками? Я их помыла, посушила бумажными полотенцами и обрезала вот эти кончики. Они обычно подгорают, я их обрезаю. Что нам понадобится для панировки? Кукурузный крахмал, кукурузная мука, паприка сладкая молотая и чеснок сухой. Теперь мы это все смешиваем. Так, теперь добавляем к нашим крылышкам это все. И хорошо все крылышки обваливаем в нашей этой панировочке. Это можно и громко сказать. Оператор говорит, пахнет как. Уже слюнки текут. Так и у нас еще будет соус к этим крылышкам. Вы попробуйте приготовить этот рецепт. Он вам очень и очень понравится. В принципе, вот так уже будет вкусно. Но если вы еще приготовите соус, это будет совсем бомба. Теперь что я сделала? Взяла противень, сверху решеточку и выкладываю крылышки. Почему лучше на решетку класть, она у вас будет запекаться и с этой стороны. Они будут влажные снизу у вас. Так, а ну-ка разбегаемся. Итак, друзья, теперь ставим наши крылышки запекаться. Уровень вверх-вниз, 200 градусов на 45 минут. На 45 минут. Итак, друзья, пока у нас крылышки выпекаются, мы готовим с вами соус. Обалденный, потрясающий соус. Значит, что нам для этого понадобится? Сливочное масло, сотейник или сковородочка что-нибудь. Значит, в сотейник кладем сливочное масло. Затем у нас туда пойдет чеснок. Я его выдавлю. Имбирь, мед, соевый соус, сок лимона, кунжут, мы его обжарим, кинза, черный перец и соль. Итак, поставили наш сотейник сюда со сливочным маслом, и у нас сейчас разогревается сливочное масло. А этим временем мы займемся, ставим на отдельную конфорку и обжариваем кунжут. Итак, в масло добавляем чеснок. Я его выдавила на чеснокодавку. Обжариваем. Все помешиваем. Сюда же добавляем имбирь. На терке я его натерла. Обжариваем на среднем огне, все обжариваем.
Не забываем помешивать кунжут. Просто когда жарите кунжут, он раскрывается. Вот, ну как и орехи вы жарите, совсем другой вкус получается. Так что обязательно обжаривайте кунжут. Затем сюда же добавляем соевый соус. Мед. И лимонный сок. Перец. И соль. Соль осторожно, вы пробуйте на вкус, потому что у нас соевый соус, он соленый. Чтобы вы не пересолили. Да, и кстати, крылышки мы не солили, потому что соус у нас солененький будет. И добавляем еще кинзу сюда. И варим до загустения. Помешиваем. Так, кунжут наш готов. Отключаем. И теперь сюда добавляем кунжут, наш соус. И теперь варим до загустения. Он уже густеет, он уже густой становится. Итак, друзья, соус наш загустел. Вот такой ароматный, очень вкусный соус. Так что отключаем соус, ждем, пока приготовятся наши крылышки. Итак, у нас прошло 45 минут. Достаем наши крылышки. Итак, друзья, достали наши крылышки. Вот такие они хрустящие получаются. Выкладываем их на блюдо. Вау! Они, ой, пахнут без соуса. Очень вкусно.
теперь смазываем нашим соусом. Вкуснейший соус. Ну вот, друзья, и приготовили мы с вами крылышки. Ароматные, вкусные, хрустящие крылышки. Так что, друзья мои, пробуйте, готовьте с радостью, любовью. Ну и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем до новых встреч. Пока-пока!